Вот, друзья, еще, кстати, летит самолетик. Я попытаюсь сейчас с пушки подбить. Я попал! Я уничтожил, ребята, только что бомбардировщик с пушки. Один уже самолет мы сбили с пушки. Давайте сейчас попытаемся еще и второй сбить. Еще и второй сбили! Просто жесть! Что это сейчас было? Друзья, всем привет! И у нас сегодня в Ravenfield'е будет битва бомбардировщиков против танков. Я, ребята, сегодня установил огромное количество различных модов на технику. В том числе я поставил сегодня мод на танк немецкий Тигр. На Panzerkampfwagen 6. Посмотрите, как прикольно он выглядит. Ну и реально очень крутая, ребята, карта. Так, так, так. Расступитесь, разойдитесь. Танк едет. Очень, да, ребята, реалистичный крутой танк Тигр, Panzerkampfwagen 6. Посмотрите, как он круто выглядит. И вон, ребята, уже первые противники летят, первые самолеты. Давайте мы их начнем, естественно, сбивать. Будем, конечно же, пытаться их сбить. Но! Почти, кстати, попал, нифига себе. Ну и бомбардиры, бобры нас сегодня будут бомбить. Просто расстреливать тут. Закидывать нас своими бомбами, своими какашечками. Ну а мы должны доехать до вражеской базы, ну ее там типа захватить и уничтожить. Перебить там самолеты. Ну короче, карта реально очень крутая. Так что, друзья, если вам понравится эта серия, я знаю то, что вам нравится вот эта вот тематика Второй мировой, тематика танков, самолетов, да, битв всяких таких воздушных, танковых. Тем более, вам очень-очень нравятся ролики про бомбардировщиков, про танки, а тем более, когда они между друг дружкой сражаются, вам вообще просто офигеть как заходит. Так что, друзья, ставьте лайки. Давайте, друзья, наберем хотя бы 500 лайков под этой серией. Я на Ravenfield'е много не прошу лайков, но вот 500 давайте мы, ребята, наберем. Вам Ravenfield нравится, у меня много любителей, в принципе, на канале Ravenfield'а. Ну, конечно, не супер очень много, но, в принципе, есть такие. Очень часто меня просят, запиши слайк Ravenfield. Так что вот, друзья, специально для вас стараюсь, пилю серии. Ну, очень сложно мне, конечно же, попасть по ним, вообще жесть. Так, подождите, это у нас что? Это спереди пулемет, нифига себе, нормально. Интересно. А у нас где-то есть еще пулеметы? Должны быть. Типа турельный какой-то, да должен быть такой, нет? Видимо, такого нету, только вот здесь вот у нас типа пулемет, да и все. Да, но все равно он достаточно прикольный, но вот он вверх немного не поднимается. Кстати, нас тут бомбят, и я даже это и не заметил, просто жесть. Так, это у нас кто бежит? Синие, что ли? Да, друзья, это синенькие, надо нашим помочь, на! Это противники, друзья. На! Да, это синенькие. Ой-ой, прям в меня бомбы, офигеть. Блин, сколько тут бобров, ребят, летает, вы посмотрите. Сейчас на меня, наверное, еще один буквально зайдет и все, да? Угу, так, наверное, сейчас и будет. Так, вот еще у нас синие чуваки. На! Давайте мы их расстреляем. На! Ох, как классно, блин, только у нас немножко ограничены вот эти вот углы, да? Так что будем с пушки, наверное, гасить. Ой-ой, прям возле меня целый вот этот, не залп, ну, короче, вы поняли. Целая бомбардировка возле меня упала. Несколько бомб сразу возле меня, которые бы меня просто сейчас уже разорвали. Вот, друзья, еще, кстати, летит самолетик. Я попытаюсь сейчас с пушки подбить. Я попал! Я уничтожил, ребята, только что бомбардировщик с пушки. Просто жесть. Правда, меня только что уничтожили. Так, все, вылазим. Опа-на, это противники, это противники. Так, помрите, чуваки. Молодцы. Блин! Ой-ой-ой, да, в итоге там сзади меня, друзья, убивают. Но битва, вы видите, просто очень годная, офигительная. Танки, самолеты, взрывы кругом, бомбы. Я только что подбил из танка, из пушки танковой самолет, что очень редкость была. Вообще, в принципе, во Второй мировой, вообще, в принципе, в войнах, да? Чтобы кто-то подбивал, почему я не могу зареспавниться? Чтобы кто-то подбивал из танка самолет, ну, были, конечно, такие случаи, но там это делали только просто какие-то там танковые асы, да? Там я помню, какой-то танковый ас подбивал. Ну, короче, это даже, по-моему, доставилось не звание, но медали точно. Вот, ну, то есть, в принципе, очень-очень это было редко и очень круто. Если кто-то так делал, то просто какой-то уже герой становился, блин. Так, давайте, мы сейчас еще что-нибудь подобьем. Это все противники еще, да, летают? Давайте посмотрим. Да, друзья, это чисто у нас противнички. Один уже самолет мы сбили с пушки. Давайте сейчас попытаемся еще и второй сбить. Еще и второй сбили! Просто жесть! Что это сейчас было? С одного попадания. Нормально. Я вам не скажу то, что это достаточно легко. О, чуваки летят. Ну, сейчас мы их расстреляем. Огонь. Блин, они уже приземлились, я их не вижу. Давайте тогда попытаемся еще и третий самолетик сбить. Так, выбираем цель. Вот, 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 летит. Почти. Немножко она была правее брать. Не так уж-то это, в принципе, ладно и сложно, но все равно нужно постараться.
Почти. Далеко, далеко они летают, слишком далеко. Так, этот уже высоко сильно поднялся, у меня пушка не задирается уже к нему. Ну, друзья, это просто жесть. Вы посмотрите, там сколько огней, сколько самолетов. О, летит, вот, неплохой летит. Ай, низковато как-то я взял. Вот, 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 вот. Так, блин, снова он слишком сверху как-то. Летают они очень, ребята, высоко. Это же все, надеюсь, реально противники? Потому что наши уже-то захватили. Кстати, да, но вроде мы противников именно и уничтожили. Двух, это именно были синие. Я играю за красную команду, вдруг, если что. Ну, то есть, в принципе, нормально. О, смотрите, кстати, вот здесь вот можно нормально так стать. Это, походу, вот это наш уже летит. А это сбитый, не знаю, наверное, противник. Вот, дымится, это, скорее всего, я думаю, это противники. Давайте, на, попал, есть. Еще, ребята, минус самолет. Просто жесть, его просто разорвало. Вот, летит, летит. Вижу, летит. Ну, я не попаду, наверное, с такого, естественно, расстояния. Ну, да, он очень уж далеко. Кстати, у меня есть, ребята, миниган, с помощью которого реально эти самолеты тоже неплохо разрываются. Так, ну я так понимаю, все, нужно проезжать уже дальше. Прикольная очень карта. Сейчас мы, кстати, еще, друзья, поиграем обязательно за самолеты, за команду самолетов. Сейчас буквально еще немножко, мы выиграем. Так, вообще, по кому стрелять-то? Вот я вижу, кто-то горит уже, точнее, дымится. Давайте мы его попытаемся сбить. Все, уничтожен. Надеюсь, это были противники. Потому что, ну, не видно, ребята. Они летают, реально непонятно, кто там, где. Я не пойму, наши вообще танки доехали сюда? Красная база, это да. Да, ребята, вы видите, тут уже все наши бомбардиры, наши чуваки сидят. Красные. Угу, неплохо. В принципе, мы поработали. Так, ну чё, давайте мы выбегаем с миниганом. А, ну все, в принципе, друзья, мы победили. Миниган реально очень имбовая тема, сейчас покажу, сейчас эта надпись пропадет. Во, ну вот, например, вот этот. Не знаю, это наш, не наш, но, в принципе, просто давайте я вам хотя бы покажу. Вот, смотрите. Упреждение такое вот берем, это вроде наш, кстати. А вот это вроде... Нет, это тоже наш. Да, ё-моё. Где вообще противники? А, вот синий, вот вижу синего. Вот, смотрите, все, мы, ребята, его просто уничтожили. Он падает. Неплохо, да? Очень крутой, ребята, миниганчик. Мне очень нравится. Окей, друзья, теперь давайте мы поиграем за сторону бомбардировщиков, то есть за синюю команду. Поехали. Ну что, друзья, мы теперь играем за команду бомбардировщиков. Я, кажется, научился сбрасывать с них бомбы. Давайте сейчас мы поиграем. Так. Окей, все, я сел, друзья. Короче, нужно нажать на двоечку. Вот, оп, у нас включаются бомбы. У нас всего, друзья, правда, 8 бомб. Это не так уж-то и много, но, в принципе, нам этого должно хватить. Окей. Вот, друзья, у нас танки наши, противников. Так, 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 сейчас я... Опа-на, давай, давай. Ой, по нам уже начинают, друзья, стрелять. Очень опасно. Так, и мы, друзья, начинаем нашу сейчас прям бомбардировочку. Пошли бомбочки. Все, давайте сюда еще одну скинем. Блин, меня ребята подбили. Мейды, мейды, я падаю, блин. Все, блин, я не успел выпрыгнуть. Я хотел выпрыгнуть прямо возле земли, чтобы меня не завалили, но, блин, я не выпрыгнул. Кстати, здесь же, я вспомнил, добавили урон от падения, и нужно теперь парашют раскрывать, когда падаешь. На Е вроде, или на F. Ну, короче, сейчас упадем, узнаем. А я чувствую, мы сейчас, ребята, реально будем частенько падать. Я, кстати, подбил парочку танчиков, вы это видели? Угу. Взлетаем снова. Давайте не будем вот эти вот кругалявы делать, просто вот так вот мы заходим на танки. Опа-на. И начинаем их просто, ребята, бомбить. Вот, давай, на-на-на. Бомбочки попадали. Вот, вот сюда еще пару бомбочек. Так, что-то мы как-то мимо их скинули. Нет, что-то там мы, конечно же, попали. Так, по мне ребята стреляют. Разворачиваемся. Ой-ой-ой, по мне прям там гасят. Просто со всех стволов, со всех пушек. Так, меня уже каким-то образом подбили. Я горю. Да что такое? Как меня так уничтожают-то? Как парашют раскрыть? Я убился, блин, как парашют раскрыть, в смысле? На Е вроде раньше же было, или... А, на пробел, ребята, на пробел, по-моему, да. Я вспомнил, что, друзья, по-моему, на пробел это делается. Ну ладно, сейчас, в этот раз уже я буду хотя бы знать. Я просто давно не летал в Рейвенфилде на самолетах, вот прям очень-очень-очень давно. Я вообще не особо любитель Рейвенфилда летать именно, хотя вот теперь я понимаю то, что это реально очень круто. Будет, ребята, теперь почаще всякая техника... Самолеты, танки, битвы разные интересные. Ой, подождите, я забыл включить, блин, я не то сделал. Вот, включаем мы наши бомбы, вот. Сейчас откидаемся по вот этим, друзья, танкам. Так, вот, все, пошли бомбочки. Ну чё? О, неплохо мы, да, попали, нормально. Так, 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 заворачиваем.
О, перезаряжаются. А, они бесконечно. Они, друзья, перезаряжаются постоянно. Я понял. Все, я вижу то, что там типа есть знак бесконечности. Все, то есть мы постоянно можем перезаряжаться. Это очень круто. Кстати, вот танк уже, блин, доезжает до наших позиций. Ну ладно, давайте им кто-нибудь другой займется. А мы сейчас попытаемся уничтожить другие танки, которые к нам подъезжают. Или он на респе можно побомбиться. Да, в принципе, давайте. Там очень много пехоты. Их, я думаю, сейчас жестко там расколбасит. О, заходим. Пошли бомбочки родные. Ну и одну сюда просто скинем. Так, мы походу вообще промахнулись. Неплохо, ладно. Заходим на второй круг. И давайте мы теперь залетим танком в корму, да? Ну и отбомбим их. Во, идеально просто. Пока мы еще, друзья, конечно же, выигрываем. Но тут вообще за самолеты реально очень сложно победить-то. Ну что, в смысле, а что самолет так плохо поворачивает, я не пойму. Нужно вот так, что ли, его, да, его вот так вот нужно поворачивать. Так, вот-вот-вот, пошли бомбы. А-а-а! Ой, я не успел высадиться, блин. Меня убивают. Надо было, да, надо было раньше выпрыгивать. Нормально, нормально. Кстати, вот тут уже танки у нас, смотрите, на респе. Ну, я нажал же, блин, фаер, давай быстрее, респавн, респавн. Или что, уже все захватили? А, всех захватили, блин. Получается, мы, друзья, проиграли. Давайте, друзья, мы еще раз за самолеты поиграем, потому что эта битва очень быстро прошла. Можно сказать, я только учился вообще летать. Вот теперь я уже научился, полетели. Я теперь знаю просто, как правильно мне поворачивать. Тут вообще не нужно вот эти вот делать по бокам, типа такие виражи. Просто на АД и все. И самолет прекрасно поворачивает. Ну, в принципе, вот так вот здесь сделано. Это ж, ребята, Рейвенфилд. Это не War Thunder какой-нибудь. Так, окей. Так, вот у нас первые самолетики, мы сейчас их отбомбим. Ох, как сейчас замечательно-то отбомбим. Ну, я, в принципе, сделал свое дело. Так, парашют, я не успел открыть его, естественно, меня убивают. Это было реально жестко. Блин, реально не успел я открыть парашют, я так резко прям нажал на него. На пробел вроде, да, на пробел же. Сейчас проверим. Сейчас надо будет десантироваться свысока, ну и проверить. Так, снова мы берем бомбы, зато мы, ребята, отбомбились. Ой, чувак, отойди, пожалуйста, молодец. Вот. Блин, очень низко летать, это, ребята, очень опасно. Вот прям очень опасное дело. Вот, вот, идеально, смотрите. Начинаем их уже вот так бомбить. О, да, все, мы один тигр, один уничтожили. Один тигр, один. Так, 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 выше, выше, выше. Просто вот такой вот мы, ребята, делаем круг и заходим снова на них же. И сейчас мы еще их отбомбим. Вон, посмотрите, сколько их там. Очень много. Конечно, лучше прямо целую колонну бомбить. Ну, в принципе, и вот так вот можно. Так, блин, промахнулся. Я очень жестко, ребята, промахнулся. Так, откидываем эти бомбы лишние. И ждем перезарядочки. И сейчас мы, ребята, давайте вот такой прям круг большой-большой сделаем и зайдем на них. Ой, давай, вот-вот-вот. Все, у меня уже перезарядились бомбочки. Заходим, вот. Оп. Вот у нас идут на нас тигры. Мы начинаем уже бомбы откидывать. Вот, попадание. Так, неплохо. И давайте сейчас еще две бомбы мы откинем на респ. Ну да, мы, в принципе... О, чуваки как раз вот идут. Так, мы рядышком, да, там, в принципе, попали. Их подбрасывало, наверное, взрывом некоторых. Меня подбили. Так, парашют. Да, вот, парашют, смотрите, на пробил. Все правильно. В принципе, как я и говорил. Миниган берем. О, вот, вот это сейчас будет дело. Ну, друзья, в принципе, сейчас самое интересное только начинается. Надо было взять снайперку и отсюда бы их расстреливать. Хотя, в принципе, можно и с минигана. Вот, чувак, получай. Ой-ой-ой. Танки, кстати, можно прямо отсюда, смотрите, расстреливать. И он даже не понимает, откуда. Мы сейчас его просто, друзья, уничтожим. Угу, вы видите. На-на-на, давай, уничтожайся. У нас, ну, очень жесткие пули. Так, по мне стреляют. Кто? Кто? О, чувак по мне стреляет. Минус. Так, огонь, огонь по ним. Так, миниган что уже? Почти, кстати, у нас он уже остудился. О, я вижу просто противников как на ладони, смотрите. Отлично, и этих выносим. Просто замечательно. Так, вот этого мы не вынесли. Вон, теперь помер. А теперь вот этот тигр. Просто мы его атакуем, атакуем. Давайте, ладно, мы зарашим, ребята, красненьких. Хотя, можно как можно больше перестрелять. Так, меня ранили, меня ранили. Еще по мне попали.
Я не понимаю, правда, кто по мне стреляет. Ну вот, меня чувак там сдалека, вон он стоял, меня вынес. Неплохо. Кстати, друзья, у нас снова нету где зареспавниться. Снова, блин, они захватили красные. Как они быстро захватывают на этой карте. Карта очень крутая, но сделали бы они побольше баз. Ну серьезно, окей, последний раз мы теперь давайте сыграем на танчиках. Поехали. Все, друзья, давайте мы теперь в последний раз сыграем за танки. Поехали. Ждем первый самолет, и сейчас они будут вылетать откуда-то, наверное, оттуда. Или может еще откуда-нибудь, я точно, ребята, не знаю. О! Летит, красавчик. Давай, сейчас мы его подобьем. Давай, давай, блин, не успел, не успел. Так, его уже подбили, замечательно. Но все время самых первых, естественно, подбивают. Ну а потом как-то они уже нормально летят. Их не так жестко, конечно же, тогда подбивают. Почти, кстати, попал. Тихо, бомбу чувак откидал. Вот. На! Попал. Минус, ребята, бомбардировщик. Наводимся на другого. Вот он. Хотя можно, в принципе, по-другому. Вот, давайте по вот этому. Не попал. Так, я вон вижу, чуваков сбили, летят они на парашютах. Так, вот еще на нас один заходит. Вот летит, смотрите, как отлично просто. Сейчас... Так, блин, уже поздно, поздно, он уже улетел. Хотя, в принципе, вдаль вот так вот стрельнем. Не попал. Промахнулся, конечно же. Так, летит, вот он, красавчик, на... О, попал! Нифига себе, неплохо. Не, мне нравится из пушки стрелять по самолетам, по бомбардирам. Так, ну это, конечно же, я не попал бы. Так, пушка вверх, ты опустись, да ё-моё. Вот, чувак, просто идеально летит. Почти, вы видели, у него просто возле хвоста пролетел снаряд. Так, ну еще один выстрел. Так, кстати, что-то наши захватили уже? Нет, еще, друзья, не захватили. Но мы уже близко, мы уже подъезжаем. К захвату. Тоже, в принципе, близко было. Так, где еще противники? Так, это у нас кто, синие? Ну, естественно. Все, минус. Вон вообще целый отряд идет, посмотрите. Целый огромный отряд. А зачем они на нас наступают, я не пойму. Во. Наши еще ребята не захватили. На. Да рядышком, да ё-моё. Че ж так все время все рядом пролетает? Вот. Чувак, ниже главное опустись, я в тебя, в принципе, попал бы. Вот. А, снова тоже вверх он поднялся. Ой, как хорошо. Ой-ой-ой, я слишком высоко теперь взял. Так, еще один выстрел. Нет, естественно. Но сейчас с третьего, может, мы его, кстати, и подобьем. О, взлетают. На, все, минус бомбардир. Красиво, да, было? И все, он упал, смотрите, разбился. Так, это противник. А ну иди сюда. Сейчас мы тебя убьем с вот этой штучки. Смотри какой. Оп. А, ну, в принципе, его уже убили. Я даже не успел переключиться. Так, вон я вижу, еще противники бегают. Почти. Это уже все наши. Просто теперь уничтожаем эти все бомбардировщики, да и все. В принципе, что париться-то? Не, мне больше, конечно же, нравится играть за танки. На, все, он уничтожен, вниз полетел. Красиво, да? Очень, друзья, красиво. О, чувак приземлился. Ну ничего, сейчас мы его просто переедем, да и все. Ну, короче, друзья, вот такая вот реально очень крутая бомбическая карта. Бомбическая, в прямом смысле, кстати. Здесь постоянно все взрывается, постоянно скидываются бомбы. Ой, какой жесткий залп. На, блин, слишком высоко снова. Вот, летит. Можно... О-о-о, блин, да что ж вы такие быстрые, шустрые? Не могу я успеть никак попасть. Так... На, не, далеко. О, кстати, взлетел. Это уже наши. Все, теперь еще и наши летают в воздухе. Теперь реально будет сложно определять, где кто. Нужно теперь обязательно определять. Я не пойму, правда, где кто. Так, это, видимо, противник. Да. Далеко, блин, он высоко. Я не знаю, это тоже наш, не наш. Были какие-нибудь, может, маркера или обозначения, но реально непонятно. Очень они как-то летают, видите, в разброс, да, из этого вообще непонятно. Только по карте определяться. Это вроде, кстати, вот, это все противники. Вот то противник летит. Это вроде, не знаю, это вроде наш, что ли, а ну-ка. Да, это наш. Вот это вроде, это противник летит. Сейчас мы, не, это красный, это наш тоже. Что-то вообще непонятно. Так, вот это вроде, кстати, противник. На, нет, мы промахнулись. Так, в принципе, давайте просто мы захватим. А мы уже, ребята, захватили. Просто мы берем наш миниган. О, синий самолет. Сейчас просто мы его, ребята, уничтожим. Ой-ой-ой.
меня другой сбил. Ладно, друзья, в принципе, на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии по Рейвенфилду. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что еще записать в Рейвенфилде. Всем пока-пока-пока.